В республиканскую клиническую больницу наконец доставили рентген-аппарат для противотуберкулезного диспансера. Кишинев не пропускал его в Приднестровье 7 месяцев. Но четкого механизма доставки медицинской техники и лекарств в нашу страну через Молдову до сих пор нет. Об этом сегодня говорил министр иностранных дел Виталий Игнатьев в студии «Вопроса дня». Очень важно, чтобы каждая поставка не превращалась в очень сложную проблему, в квест, который тянется 7 месяцев. То есть нам нужен четкий и конкретный механизм, который позволит молдавской стране минимизировать административные бюрократические препятствия. Поэтому тут вот поставка рентген-аппарата – это очень, очень важно, но пока еще я бы не стал говорить о том, что есть такой оптимальный механизм, поскольку помимо рентген-аппарата речь идет о поставке необходимого дополнительного оборудования, запчастей и так далее и тому подобное, в чем мы нуждаемся постоянно. О переговорах с Молдовой, декларации о мире и не только. Глава МИД Виталий Игнатьев в «Вопросе дня» сразу после КЭМа.